Всем хай! С вами Южин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в The Hex. What the Hex? Спросите вы меня. И спрошу я у этой игры, что происходит вообще? А? Что здесь происходит, я не понимаю, к чему все идет? Они все, что ли, будут убийцами? Они все будут планировать убийство? Или их всех будут убивать? Может быть, этот бармен планирует убийство? Я ничего не понимаю. Может быть, этот гаечный ключ планирует убийство? Стоп, смотрите. Я не видел этого. Можно вот так вот зажигать фонарики. Можно еще, может быть, что-то делать. Можно войти в отель 6 Пин. Итак, мы играем с вами за чувака, которого зовут Прах. Вообще, Dust это еще и как пыль можно перевести, но мне кажется, Прах как-то больше, как-то лучше звучит. Итак, этот вообще в неадеквате, и не знаю, что с ним случилось, мы узнаем это сегодня. Итак, значит, потом ты был мечником, а потом... Определенные события. Шандриль сможет рассказать это лучше, чем я. А потом я начал карьеру космического солдата. Короче, я, как всегда, хочу пообщаться со всеми. Эй, пацан. Как дела, чудило? Когда ты был в своем платформере, тебе надо было стрелять в грундосов? Стрелять в них? Я просто прыгал им на головы. Бил некоторых немножечко в радикальной дороге. Надо быть больным на голову, чтобы стрелять в них. Немного не могу понять, что значит Странно. Так, он меня подзывает к себе. Ну, погоди, я сначала пообщаюсь со всеми. Ты выглядишь потерянным, парень. Хорошо. Это сияющая радиация на твоей голове. Налобный фонарь? Да. И что с ним? Могу я одолжить его? Конечно. Пофигу. Просто держись от меня подальше. О-о-о! Внезапно мы обзавелись фонариком. Хорошо. Райс. Что ты думаешь об этом убийстве? Я бы сказал, что только у одного из нас нож привязан к груди. Это нож для освеживания радиационных крыс. Не слишком острый на кончике. Не очень-то подойдет для того, чтобы пырнуть кого-то. Уверен, ты бы справился. Радиоактивных крыс. Ну, как будто он реально в постапокалипсисе играет. Ну, из игры постапокалипсиса. Сейчас, я хочу пробежаться быренько, посмотреть. Давайте сразу положим туда монетку, почему бы нет. Ну ладно, давайте. Бармен, что ты хочешь от нас? А, Прах! У меня для тебя хорошие... Зовут Раст. Ну, разумеется. У меня хорошие новости. Система голографического консьержа снова заработала. Я, наконец, смогу провести тебя в твою комнату, как всегда и намеревался. Я... комната? Конечно, конечно. Просто следуй за голографическим консьержем. Вот как, нифига себе. Так, это не камеры, это голограммы. Стоп, я могу их... я закрываю их рукой. Смотрите, прикольно. Как я вообще достаю до туда? Нам в ту сторону. Ладненько, но мы сначала пойдем вниз. Наверняка эта система нужна будет, чтобы мы могли что-то сделать, чтобы он не видел, да? Так, если мы зайдем сюда, то что здесь будет? Воу! Какие-то, значит, это шестигранник, тройка, четверка, пятерка, единица, один, два, три, четыре, пять. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Что? В ту сторону? Охренеть. Это было очень неожиданно сейчас. Мы... Здесь какие-то ключи, да? Куча ключей. Нет, не класть. Это все нам нужно. Стоп, нет. Я боюсь идти сюда. Погодите. Не доверяю этому месту. Это бонус или это, возможно... Понятно, если бы здесь тарелка вот эта стояла, да? То, да. Она бы закрыла. Прикольно. Сейчас, погодите. Я хочу сходить сначала вниз, в подвал. Посмотреть, что там. Нет, мне вниз. Понятно? Пошел ты. Мне вниз. Тут есть что-то для меня. К сожалению, мы не можем посветить вниз почему-то. Вот на пол.
Так, мы сюда не пролезем? Не думаю, что я бы смог протиснуться туда. Может быть, кто-нибудь поменьше? Угу. Сюда мы можем зайти? Воу. О, здрасте. Я встречал одного из ваших пустошек. Что? Говорят, такое может произойти. Дали мне молоток. Серьезно? Чувак, где он? Я не помню, что я с ним сделал. Что? У меня больше его нет. А, обнадежили беднягу. Ладно, извини, оставайся тут. Ты понимаешь, здесь мы ничего не сможем сделать, да? Мы можем крутить это все, а надо оно нам или не надо, непонятно. Скорее всего, нет. Но мне хочется просто узнать его мнение об этой штуке. Выглядит как что-то из мира пустошей. Хм. Понятно, ничего особенного. Ладненько, мы зря сюда поднялись. Опустились, точнее. Эти бочки тоже мы не можем заюзать. Попробуем сначала пройти... Ладно, раз мы открыли секрет, давайте пойдем и посмотрим на него. Поизучаем. Там что-то можно пооткрывать, какие-то двери разблокировать. Все, не указывайте мне, миссис Голограмма. Что ж, включить. Система голограммы, все это включить. Включить, открыть. Это камин. Награда. Стоп, погодите. Ой-ой-ой-ой! Это было жутко. Кровь. Я, знаете, что думаю? Это как будто бы эта система контроля над всей игрой в целом. Вот, смотрите, вон Валмир стоит. Это все открытые комнаты, получается. И все звуки, кто-то их отсюда управляет этим всем. То есть, когда что-то со мной происходит, и этот звук такой какой-нибудь опасный появляется, это просто кто-то здесь нажимает? Я не знаю, я просто включу все абсолютно. Я не знаю, для чего эта крутилка. Без понятия, ребят. Мы не можем... Можем почитать... А, нет, стоп. Вот, видите, разбитые фонари. Это не кровь, это краска. Так, сегодня особое блюдо. Это как раз-таки лаймовый пирог. Яблочный пирог. Лимонный какой-то там... Монетки! Есть. О, офигеть. Красная. Это плохо. Это как сигнализация, да, сработает? А вон оружие из всяких постапокалиптических игр. Как раз-таки мое, возможно. Это меч Лазаря. Этот разбит, но мы не можем его все равно взять. Налево пойти не можем тоже. Секунду. Я правда не знаю, что с этим нам делать. Ладно. Оставим пока как есть. Максимально загадочный, ребят. Я ничего не понимаю. Кто-то воду разлил здесь. Ладно, идем наверх. Как вы думаете, что это такое? Я спрашиваю тех, кто не проходил еще игру. Потому что я знаю, как вы любите спойлерить. Стоп. А, да, я потому что мне наверх показывают. Так, направо, 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 направо. Ну-ка, мы можем зайти ведь сюда, да, этим чуваком? И тут все, в принципе, то же самое. Опять эта краска. Ничего нового. Вот, смотрите. Закрыто, но теперь-то оно должно быть. Мистер Раст Макклейн. Так это мы, оказывается. А, да, мы закрыли рукой. Воу, ты что есть такое? Это какой-то мутант постапокалиптический. Постапокалиптический, вот. Дэнни, пыльная буря. Не припоминай, чтобы я видел тебя здесь. О, смотрите.
Это вот как это все работает. Смотрите, вот так раз, и мы прошли. Круто. Ваза, не знаю для чего нужна, чтобы сюда ее поставить и закрыть. Ага. Офигеть, я какой сообразительный. Это, здесь мы не можем ничего сделать. Закрываем, проходим. Фу. Вот так, да? Вот сюда. Угу, мерси. Как мы? Мы же прошли здесь. В чем прикол-то? Череп. А, нам нужно все три закрыть, чтобы можно было в итоге сюда пройти. Ясненько. Хорошо. Значит, это ставим вот, вот сюда. Закрыли? Я не думаю. Может быть, сюда? Нет. Секундочку. Поставим так. Вот сюда. Нет! И нет. Хорошо, хорошо. Нам нужно... О, еще и лампа. Ясненько. Пойдемте еще что-нибудь найдем отсюда. Мы не можем пройти почему-то. А, ну потому что надо все закрыть. Ладно, тогда вас заставляем тут. Проходим. Вряд ли мы сможем что-то... Нет, стоп, почему нет-то? Мы сможем сейчас пронести какой-то дополнительный предмет. Так, что-то большое. Что... Вот ваза, например, цветочная. Блин, мне нравится. Мне нравится эта механика. Смотрим. Поставили. Теперь мы проходим. Ха-ха-ха. Евгений, стоп, что-то не получилось. Это что такое? А, ну все, мы внутри. А, в какую сторону нам надо идти? Да ладно, это тот самый кот. Выживальщик, я вижу, ты добрался до отеля 6 Пинт. Я... Ты уверен, что тебе не мерещится всякое? Что у тебя под капюшоном, выживальщик? А что у меня? Что у меня там под ним? Dark Town. А, я могу посмотреть на все комнаты. Что это? Это я, кажется. Да, это я. Общаюсь с чуваком в капюшоне. Не могу никаких комментариев дать. Я могу взять пирог? Я могу отсюда взять пирог? Вы что? Как я это сделал? Может, я что-то еще могу оттуда взять? Секунду. Например... нет, нет, нет. Но я могу его поставить. Это интересно, надо будет это учитывать. Лифт, который ведет наверх. Какой медленный лифт, да? А, хорошо, проходим. Опа, здрасте. Рад снова тебя видеть, Раст. Нам нужно с тобой многое наверстать. О, блин. Мир пустоши. Незаконченное дельце. Вот он, мир. Ага. Да ладно, дружище. Забавно. Пропусти очень забавно нас пошагивая и давай сбежим RPG, конфликта. Да? Зачем вы хотите пройти? Молодой такой. Там нет ничего по этой дороге, кроме радиоактивных крыс и песков. Но если там нет ничего, кроме крыс и песков, так почему бы нас не пропустить? Ты знаешь, не так ли? Что знаю, друг? Ты знаешь, ты знаешь. Кэш. Это не закончится хорошо, не так ли? Нет, если ты все еще хочешь пройти, дружок. Окей, ход, сорва. Это, короче, типа Fallout'а, да? Понеслась! Надо держать этих чудил подальше от папки! Так, мне нужно каким-то образом теперь их бить, я не знаю. А, вот этот чувак бьет. Хорошо, удар. Нет? Ага, мы выбираем, кем играть.
Мы можем пройти вот сюда. И быть. Не. Поддых просто такой. Внезапный поддых. Ненавижу смотреть на то, как Рокки бьют. Но он стойкий. Мне же лучше сохранять дистанцию. Ну да, поскольку у меня оружие, я должен быть... У меня дальний бой. Вот как только. Вот, допустим, мы пройдем, да, вот сюда. Построй их в линию. Выруби их. Стоп. Ну ладно, попробуем выстрелить. Подох. Нет? Не подох. Атакуйте костлявого. У него мягкие кости. Ой, они ко мне идут. Хорошо, мы делаем... Кто нас послабее? Мы бы могли, допустим, чуть-чуть отойти. И еще один выстрел сделать, да? А что я не делаю выстрел? Вот, ну. Наверное, не могу. Вот, что это у меня такое? Это прям чистый, как Fallout. Хорошо, ладно, давай поиграем вот этим чуваком. Подойдем сюда и вдарим. 4 отнимает всего. Рейдер почти подох. Вот! Мы его как раз-таки на линию огня толкнули. Надо будет то же самое и с этим сделать. Хорошо, вот, и выстрел. Хорошо. Теперь ты подходишь и сзади. На! О! Моя бобо. В принципе, я тут даже никуда... Нет смысла отходить, надо просто убить его и все. Да. Ты... Ты подойти, наверное, даже и не сможешь. Беда. Хорошо. О! Прекрасно. Давайте так. Выстрел. Потом наш, наш, не знаю, наша дублер Халка будет его бить. Да-да, немножко будет больно, кстати. Мы почти подохли. 4 хп осталось. Простите, но я пошел. Стоп. О, это был крит, да? Мы кританули чувака. У этого последнего рейдера кровушки-то было предостаточно, да? Ты в порядке, Рокки? Да, но это было странненько. Что они там говорили про кэш? Пойдем. Я покажу тебе. Я тоже не понимаю, что это означало. Идем. С этим чуваком что-то случится, он был нашим другом. И мы, возможно, предали его. Ага. Так, а в какую сторону нам надо идти, как мы поймем? Давайте сюда пойдем, черт подери. О, машина. Два... С машины ничего не происходит. XC. О, блин. А, это пароль? Нет. 1, 2, 3, 4, 5, 6? Неверно. Попробуй кэш. Это... Нет. В мире так много слов. Начни сверху и иди дальше по алфавиту. Аардварк? Нет. Оно существует. Не хотел тебя сильно обнадеживать, но оно существует. А что это, пап, такое? Жизнь. Жизненный запас продовольствия. Мы больше не будем голодать. Никогда. А что с теми рейдерами? А, Крейг? Чё? У нас тут гости. Одна последняя битва, Рокки, я тебе обещаю. Стоп, что? Введен новый читерский картридж? Бесконечное движение. Чего? О, блин. Хорошо. Что я должен сделать? Бесконечное... Я могу отключить? Могу включить. Если мне надо. Окей, хорошо. Ну, пошли тогда. Стоп, а если еще... А, супер, мясо просто будет. Ладно, давайте пройдем вот сюда. Оно мне вообще надо, я могу и подальше пройти. Нет, уже не могу. Мочить.
сразу в мясо. Берем вот этого чувака и пойдем бить. Смерть, да? Хорошо. Стоп. Новый чит вставлен. Mine food. Я не знаю, что это такое. А, погодите. Infinite. Может что-то... Можно только два включить из трех. Ладно, хорошо. Ну, допустим, вот он. Стреляй. Насмерть. Ты убить. О, пап! Это что такое? Не понимаю, как они здесь оказались, но это типа мины. Безопасные для нас, смертельные для них. А, майнс, мины. Я понял. Мы оставляем мины, когда ходим. Значит, давай, отойди вот сюда. Надо было подойти сюда. Да, да, че, ничего страшного. Итак, и выстрел. Насмерть. Нет. Ладно. Закончить ход. Блин, это забавно. Хорошо, вот так, вот так. И убить. Почти убить. Теперь ты. Он говорит, папс. Мы типа его отец. Это наш мутировавший сын. Ладно, вот сюда идем. Ты на линии огня, подохни. Шестеренки нам достались. Это должно было случиться. Мой отец прошептал мне пароль перед тем, как умер. Вау, ну что тогда? Говори его, что ли? Понеслась. Сарса парила. Это верный пароль. Сарса парила. То же самое сказал кот. А? Что? Да, я знал, что это он. Мне очень жаль вам говорить это, но ресурс, названный The Cache Level, не найден. И более того, ваш бесстрашный разработчик оставил очень много косяков. О чем он говорит, папа? Что это значит? Эта игра не завершена. Я обошел эти земли вдоль и поперек. По-моему, очень даже завершена. В каком-то смысле. Игра была заброшена, потом утекла в сеть, и теперь создатели модов взяли контроль над производством. Мододелы? В конечном счете они насытятся и прекратят. А пока что вам придется повыживать. Мир пустоши, но не завершенный. Пустошь, но не завершенная. Забавно звучит. Все выглядит немодифицированным. Пошли, Рокки. День скоротечен, и нам нужно собирать ресурсы. Сарса парила. Я еще тогда, после первого видео, когда кот нам сказал, когда я был супер хорьком, он сказал Сарса парила, и это напиток, который мы наверняка можем заказать в баре. Возможно. Но почему? Почему акцент делается на этом напитке? Хорошо, нам нужно собирать ресурсы. Или идти сюда. Давайте ресурсы соберем. Воу. Вуф, довольно-таки жарковато сегодня. Как у тебя дела, Раст? Бывало и похуже. Слушай, через радиоактивную виноградную рощу ходят слухи. Что-то типа там моды какие-то появляются. Все осталось как прежде, на мой взгляд. Хм. Ну, у тебя есть какие-нибудь материалы для меня? О, да, у нас полно всякого барахла. Итак. Магниты из металлолома. Значит, дополнительно 50% больше. Хорошо. Купить. Отлично, неплохо. Так, а от мертвых 50%, да? Можем? Яйкс, а ты долго не думаешь? Мне не хватает. А у меня все уже, я ничего больше не могу. Понятно, спасибо. Я бы не хотел повторять секреты легендарии.
То есть эти события после того, как мы поиграли за Шандриль в секретах легендарии. Ладно, это тот же чел, получается, с той же игры, да. Он переквалифицировался вот теперь сюда, на выживалку. В постапокалиптическом мире. Не закончено. Как это знакомо нам, ребят, да? Это стандартная руки вверх ситуация. Отдавайте все ваше барахло, и мы вас не порежем. А, да, и потом вы сможете пройти. Пап, они как-то очень странно говорят. Просто отдайте нам все. Да, как, кто? Бац. Пришельцы? Пришельцы. Так, новый чит вставлен. Бесконечный урон. Хорошо, давайте. Да, вот так сделаем. Чтобы можно было ходить как хотим и убивать как хотим. Подохни. Теперь ты убей. Покажи папке, как ты можешь бить. Читер маленький мой. Мой маленький, ты классный читер. Так. Не думаю, что они были последними. О, блин, пришельцы. Я уже видел их, они также были в легендарии. Какой еще? Infinite range. А, дальность бесконечная. Нет, ну, хотя, ладно, почему бы и нет, да? Мы на одной линии огня, да? Давайте грохнем. Ну, мне кажется, лучше было бы вот это. Дамаг, да. Ой. Угу. Подходишь, сынок, и бьешь. Таков мой приказ. На. Ой. Ой! Отчморят сына моего! Сына мой! Ну-ка, пожалуйста, свали. Как-то так. Хорошо. Пробуем. Раз. Блин, мне кажется, я сейчас лоханусь жестко, да? Ой. Мне нужно... Блин. Вот, дальность. Ну, стреляй, стреляй. Так, все, мы все? А быть он тоже теперь может ударить на фиг знает сколько. Идите. Так. Нет. Значит, закончить ход. Ой, не хочу, чтобы они его убили. God dang it. Так, сразу стреляй. На-на-на. Хорошо. А сынок, стой на месте, ничего не делай. Папка разберется. Погоди, супер хорек. Реверс? Мы делаем реверс? Окей. Я чувствую, что произошло. Ладненько. Ладно, иди попробуй, убей его, что ли. О, вот как. Нет! А, я понял, мы можем вообще отмотать на всю, все с самого начала. Весь бой. Подтвердить. Я чувствую себя странно. Хорошо, у нас что стоит? Да. Угу, угу, угу. Мы можем применить эти читы, как мы хотим. И бесконечное движение давать, да. Теперь, сынуля, значит. Зря ты здесь стоишь, конечно. Ну ладно. Вот как-то так. Чтобы к нам не могли подойти. А теперь стой и получай. Что я могу сказать? Так, хорошо. Давайте, да, дальность бесконечную. Вот сюда. Хорошо. Ой, я же мог сынком. Блин. Давайте вот сюда отойдем сейчас. И ударим. Бэ. О, сразу двоих на линии, нифига. Дальше. Стреляй. Ладно, сразу смерть, это хорошо. Угу. Как-то так. Выстрел. Смерть. Нет, не смерть.
Сколько у них еще осталось? Да что ж такое, они сразу меня убивают. Так, подтвердить. Если мы подойдем, вот возьмем супер урон, бесконечные, да. Ага, то мы можем подойти вот сюда и сделать выстрел, да. Хорошо. Также мы могли бы, в принципе, да, они на одной линии. Убить сразу. Нет, только не говорите, что нет. Есть, есть. Бей его насмерть. Что это? Ты в порядке, Рокки? Да, я в норме. Хотя те ребята были довольно-таки странными. Они как будто бы не отсюда. Я никогда раньше не видел подобных ребят здесь. Но пустоши — это странное, полное чудес место. Постоянно удивляет тебя. Мы вроде бы направлялись к этому маленькому чуваку в капюшоне. Посмотрим, может быть, он что-нибудь нам скажет о том, что происходит. Конечно же, нам придется пройти через радиоактивный город. Ну, давайте пойдем, продадим немного металла. Угу. Есть немного барахла? Ну, конечно, у меня дофига, его 305. Я себе. Итак, супермины. Угу, понятно, это когда враг получает урон, кладется взрывчатая минка в рандомную ячейку, я понял. А, плюс 4 урона. А, давайте возьмем вот это, мне нравится. Купить. Установщик мин? Я смогу это сделать. Хорошо, и пусть будет, да. Пусть будет 4 урона плюсом. Уф, шипованные ботинки. Мило. Найс, 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 я знаю. Ладно, а куда мы можем пойти теперь? Так, с машиной ничего не сделать. Давайте наверх пойдем. Здоровки. Кто это? Я слышал, можно скачать прикольный мод, пройдя это место. Но без билетика ты не пройдешь. Без исключений. Окей, значит, мне нужен билет. Где же мне его найти? Опа, мы в городе. О, какие мразотные. А, они друг против друга сражаются. Фортуна улыбнулась нам сегодня, Рокки. Давай постоим в сторонке, и пусть крысы все сами уладят. Ну ладно, окей, посмотрим. О, нет, я понял, все. Черт, деньги. Так, чейншот, что это значит? Не проходи через этот газ, Рокки. Ты понимаешь, уверен, он расплавит такого крепыша, как ты. Да, загасим. Пусть будет вот так вот. Хорошо. Ты. Нет, 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 нет. Значит, infinite range и chain shot. Пусть будет так. Так, посмотрим. А, все, кто рядом, получают урон также. Я не вижу, почему у них нету жизни. Все по одному, что ли, да, выстрелы? Ладно. У-у-у. Неплохо. Есть. А, ну вот как раз таки рандомные мины, да, появляются. Так, а если мы на них наступим, тоже будет не очень хорошо. Ладно, как-то так. Надо было бить по этим, ну ничего страшного. А, нет! Нет, нет. Infinite range и chain shot. Оставляем. Есть. Неплохо. Неплохо, детка. Давай, сынок. Отдубасим их сейчас. Вот так. Ну не получилось. Мы бы могли сделать, не знаю как. Давайте, пусть бесконечное будет. Да. Вот, допустим, встанем сюда. И убить. Чё, а чё не убиваю? Все, готов.
Не готов? Ладно, сорян. Ха. Вот как мы сделаем, да. Мы пройдем вот сюда. И убьем. Ой, я стою, блин, в радиоактивной луже. Ну ладно, ничего. А ты? А, все, мы сейчас выиграем. Оп! Думаю, мы одного пропустили. Кого? Ага! Вперед за ним! Нет! Какого? Что? Рокки? Прям очень похоже, да, на значки Пони Айленда. Даже не знаю, что из этого выбрать. Ну давайте вот это. Пофигу. О, здрасте, мистер, вы очень забавный. Ха. Добро пожаловать в мод «Натиск босса». У меня голова болит. Что происходит, пап? Как мы сюда попали? Я Дэнни, пыльная буря. Вы, возможно, помните меня в конце области песчаных дюн. А, Дэнни? Я немного запутался, но, по-моему, мы должны его убить. Кажется, он не вооружен. Ха-ха-ха, руки вверх. Мой год. Следите за тем, куда идете. Мои стреляющие боты не двигаются, но заряжены по полной. А, погодите. Но ведь единственное место, где можно встать, чтобы в нас не попали, это вот это. Правильно я понимаю? Здесь они повсюду стреляют. Можно только тут встать. Хорошо, как-то так. А мы бы, погодите, Infinite Damage и Chain Shot? Допустим. Вот как-то так. Хотите избавиться от меня, стреляющий бот? Ой, что это значит? А, погодите, теперь же эти будут стрелять в нас. А-а-а. Немного я тупанул, да, все-таки. Мы не сможем убить вот их. Но если бы мы встали вот здесь, теперь мы возьмем Infinite Damage. Давай, ну бей его. Стреляющий бот. Блин. Сейчас они убьют вот этого чувака. А что мы еще можем сделать? Давайте Infinite Range сделаем и ударим. Ну да. Так, что бы мы могли сделать? Infinite range, infinite damage. Мы могли бы попробовать infinite movement, чтобы уйти, да, с линии. О, мы просто прошли сквозь них. Нифига себе. Теперь, что если мы... Да, подойдем вот сюда, нам нужно всех ботов убить. Вот как-то так. А теперь что? Так, chain shot пусть будет. Нет, super damage и chain shot. Вот. Почему мы продолжаем ходить, я не понимаю. А,
мы, в принципе, уже больше ничего не можем сделать, да? Мы, да, мы все. Наши полномочия, все. Ладно, заканчиваем. О, он пропустил. Хорошо, тогда давай, сынок, ты станешь вот сюда. И ударишь. Здорово. Теперь Infinite Range и Chain Shot. Хорошо. Теперь мы могли бы попробовать снова включить бесконечные шаги, подойти сюда и... Да. Неплохо. Сынуля, иди-ка сюда. Угу. Теперь папка идет сюда и... Да, сейчас будет хороший такой выстрел. Вот сюда. Ой, плохой выстрел. Ладно, не страшно. Заканчиваем. Стреляющие боты. Новая формация. Новая формация. Так, бесконечные шаги. Подходишь. Пинаешь. Все, мы всех убили. Так, но теперь-то у нас есть Infinite Range и бесконечный урон. Меняемся! Поменяться. Мы меняемся? Меняться. Ха-ха, не с кем поменяться. О, нет. Мы должны были его убивать? Пап, мы были в городе, а потом... Я знаю, Рокки. Думаю, это те самые моды, о которых говорил маленький чувак в капюшончике. Черт, вот бы я их понимал. Хорошо, давайте пойдем сюда. Как поживаешь, Раст? Я поживаю... Слушай, я не могу понять, почему, но я чувствую, что меня вынуждают дать тебе бесплатный апгрейд. Ух ты, бесплатно? Просто возьми любой. Тебе нужно быть подготовленным к натиску боссов. Хорошо. Значит, что вот это такое? Это супер магнит, который плюс 100%, да? Ага. 100% больше металла добывает. 4 мины спаунятся, как только дружественный юнит получает урон. Ага, вместо смертельного мы получим... Билет! Билет, как в Pony Island! Не поможет в бою, но... Слушайте, я не могу. Это билет. Это отсылка. Я не знаю, что... Старый билет, а? Я могу это сделать. Я не знаю, что это нам в итоге даст. Но, блин, мы не можем не купить его, правильно? Хорошо, давайте вот это еще, мне кажется, прикольно. Или же... В принципе, можем купить и больше металла на 100%. Супермагнит для металлолома, сюда. А? Круто. Конечно, я могу это сделать. А вот эту фигню потом, Lucky Penny. Счастливая монетка, да. Все, пока, спасибо большое. Идем дальше. Еще один босс будет, да? Как раз таки, о ком он и говорил. Второй босс. Вот куда он делся? Здесь слишком тихо. Угу. Оп. Смотри под ноги, Рокки. Ага. Надо быть аккуратными, да? Вот так сделаем. Пусть мы будем далеко идти, и в то же время будем много мин оставлять. Это враждебные мины, кстати говоря, да? Или нет? Или это свои мины? Я черт его знает. Сейчас мы его окружим минами просто. Какая мразь. Ой, какая мразь. Хилые смертные. Склонитесь перед вашим повелителем Вермом.
Где, кстати говоря? Это вообще не похоже на ядерные пещеры. Неважно! Дышите глубже. О, все, сделал радиоактивным. Ага. Так, стоп. Мистер Даст, Раст. Можем пройти сюда и... выстрел. Как-то так, да? Попробуем сделать. Вот если мы вот сюда встанем, здесь мы не будем дышать вонью этой. Погодите, давайте лучше дамагу бесконечно сделаем. Вынесли! Теперь ты. В принципе, даже не знаю, что мы можем сделать. Так, если мы встанем тут, мы подохнем, да? Давайте у нас пусть будет за нами мины двигаться и бесконечные, да, ходы вот сюда встанем. Окей. Закончить. Ой, блин. Вау. Это вообще не было больно. Ну, хотя, если быть честным перед самим собой до конца, то довольно-таки больновато. Я в порядке. Фаза 2. Берегитесь. Это очень угарные боссы. Так, вот снова надымел здесь. Что там у нас внизу еще есть? О, вспомнил. О. Хорошо, мины. Хорошо. Так, давай, сынуля, иди-ка сюда. А ну, подойди-ка сюда. Мега-дамаг, да? Ты не против? Конечно, не против. И вот это вот, да. Подойди да ударь. Если что плохо, ты отсюда не уйдешь, да? Черт. Хорошо, давай, пройдем сюда. Урон. Смерть. Сейчас сын кацанется. А ну, пусть сюда. Черт. Ладно. Даже неоткуда бить. Ладно, уходи. Давай просто пусть будет... мины спаунятся от тебя. А сам ты встанешь вот сюда. Да? А, нет, ты можешь встать вот сюда. А теперь... супер... да, вот так. По крайней мере, мы сможем кого-то убить. Хорошо. Ты же... подойди вот сюда. Супер урон. Урон навсегда... Жалко, мы не можем вот это вот грохнуть. Окей, пусть будет так. Завершить. Ё-ё-ё, нам повезло! Повезло, что здесь была мина. Угу. Давайте попробуем, раз мы не можем сделать выстрел, нету нормальной точки. Мы могли бы с вами опять же сделать спаун. Мин повсюду. И пройти прямо аж вот сюда. Иди и ставь, сколько тебе влезет. Как-то так. И то же самое пусть будет с тобой. Ты тоже сам будешь делать. Как-то так. Это хорошая точка, потому что повсюду мы защищены минами. Закончить ход. Так. Продолжаем. Ну как это говно неудобно стоит? Ну что же делать с этим? Так. Вот таким вот образом мы бы прям все с вами перечеркнули минами. Так. И вот так. Ну, теперь он точно должен запороться. Есть! Хорошо. Я не понимаю, как мне вот с этим-то быть?
Ладно, хорошо, продолжаем мины спаунить повсюду. Нам нужно встать, нам нужно встать. Какое-нибудь приятное место, например. Ну, вот сюда. Угу. А ты, сынуля? Я правильно понимаю, что это сынок, поскольку он так говорит, папс, ну, типа папка. Будем считать, что так. Все, закончили. Есть. Нам нужно заставить его пройтись вот так вот немножко еще. Давай, сын, что у тебя есть? Какие идеи? А, я понял. Я же понял. Мы должны всех направить вот сюда. И тогда эта тварь поползет сюда, и мы сможем ударить его наконец-таки. Так. Продолжаем. Вот. Есть. Бесконечный урон. Выстрел. Хорошо. Так. Чтобы побольше их было. Завершить. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой, как опасно. Победа, нет? Вы испытываете мое терпение, смертное. И вы все еще не склонились. Все подряд прям спаунится. Хорошо, и что мы можем сделать отсюда? Давай ты пойдешь вот в эту сторону. О. Тут же мы убили просто его. Вот, например, как-то так. Все, закончить. Угу. Вы бы не смогли взаправду убить вашего господина! Верно? Вы просто играете! Верно? Посмотрите мне в глаза и предайте меня! Слабо? Что мы должны сделать? Почему? Хорошо, мы должны его убить, да? Предать. Мега-дамаг. Умри. Побежден. Вновь. Очередное поражение для Верма. Пожалуй, я не стою того уважения, которое вы требую. Ауфидерзайн. Эй, Боб! А мы ранние пташки? Потому что мы только что поймали червёрмчика. Классно пошутил, Рокки. Немного подурачиться. Вот что нам нужно сейчас. Да? Слушай, ну все хорошо пока, я думаю, что сейчас должно произойти, что мы внезапно бац и обосремся. Обосремся очень сильно, такое будет по-любому сейчас. Мы идем... Во, ты видишь, что такое. Вот этот уродец, который был у Брайса. Оп, а это кто такой? Я не узнаю ее, Рокки. Точнее, это женщина. Так, ну мы должны и ее грохнуть. Правильно? Ну, я, естественно, машинально ставлю супер урон, супер дальность, стреляй, и меня сейчас обломит. Естественно. Угу. Давайте попробуем вот так поступить. Она, конечно же, рандомно куда-то заспавнится, а мы попробуем сейчас вот так пройти. Немножечко мин поставить. Ага-га. О, погодите. Угу. Вот, как-то не круто. Совсем не круто. Что теперь мы можем сделать? Бей!
Да блин. Ага. Я не видел, что он написал там. Ну ладно, давайте попробуем снова все в минах, чтобы было. Как-то так. Угу. Супер урон. Супер урон. Погодите. Она встала на мину и пофигу. Что если чейншот и бесконечность дальность стрельбы? Нет. Блин, почему именно его пытается убить? Вот он тоже самое спрашивает. Мне надо уходить отсюда. А, нет. О, парни, я не понимаю, что делать надо. Рокки? Погодите. Где он? Что ты наделала? Я готовлю тебя. Для своего маленького мода. Хардкорный мод. Хи-хи. Моя голова так болит. Рокки. Будешь готов начать? Жми на курок. Вы поняли, да? Я только сейчас заметил, что она говорит всеми голосами всех персонажей в этой игре. Последний был мистер Шрюд. О, погодите. Невидимая. Хорошо, стреляй, когда будешь готов. Ну, давайте сначала подойдем. О, блин. Так, так, так. Смотрите, кто вновь вернулся. И я? Все еще пытаешься отыскать этот кэш, не так ли? Это не закончится хорошо, не так ли? Нет, если ты все еще хочешь пройти. Мы вернулись в самое начало. Мы можем их вырубить, Рокки. Конечно же, папа. Ай, у него раздвоение. Никаких читов в хардкорном режиме. Вот как, значит, да? Хорошо, нам повезло, что у нас есть эти сапоги. Так, выстрел. Нет! Бобо! Нас убьют! Так, ну, давайте попробуем сюда встать. Сделаем выстрел, может, прострелим и двоих. Нет, не прострелили, черт. Мы выживем. Бей его. Есть. А я пробовал слово «пароль». Крейг. А я пробовал... Крейг! Он вернулся. Что это? Мы даже пройти не сможем толком. Ну ладно, давайте сюда встанем. Что за фигня? Блин, мы сдохнем, ребят.
Он меня окружает. Ладно. Хорошо, мы их сразу убиваем с первого удара. Есть, есть, есть. Мы не можем пройти тут. Так, отходим. Отходим, остаемся. А вот теперь можем попробовать отойти. Ладно, давайте сделаем выстрел этот чертов. Как мне? Почему? Хорошо. Есть. Мы какой-то хардкорный игрок, да, оказывается, с вами? Сарса Парилла. Все кончено. Почти что пора уходить. Моды закрываются. О чем он говорит, папа? Ради всего святого, Раст. Что с тобой случилось? Где Рокки? Где мой сын? У тебя нет сына, Раст. У тебя даже никогда не было отца. Тебя создали. Тебе дали жизнь разработчики из GameWorks. Большинство игровых персонажей знают это. Где Рокки? Перестань, Раст. Для тебя есть комната в отеле 6 Пинт. Черт, Раст! Где Рокки? Вероятно, мертв. Наслаждайся модами, Раст. Скоро они станут слишком странными. Окей. О, привет и добро пожаловать в Супер Малыш Хорек мод. Здесь ты можешь стрелять, прыгать и, возможно, сдохнуть среди шипов. Умри. Нет? Мы все так рады тебя видеть тут. Где Рокки? Удачи, приятель. Бочки? Бочки с пивом? Хорошо, прыжок, прыжок, выстрел. У нас нет, да, двойного прыжка, как было у Супер Хорька. Да, мы здесь ничего не можем сделать. Это вообще игра не для нас. Мы можем по своим костям идти. Это интересно. Что с ней? Воу-воу, почему я лечу? Просто в голову. Стоп, вы видели это? Давай, летим. Давай. Сейчас можем. Хорошо, здрасте, мистер. Ты не юный хорек. Более того, ты выглядишь старше, чем тебе есть на самом деле. О, нет. Он использовал сыворотку на тебе. Очень жестоко быть рабом для столь большого количества хозяев. Возвращение Реджи теперь кажется неизбежным. Так жестоко. Хорошо. Мне нравится эта штука, интересно, они... Ну, они использовали это, чтобы вот игрок обязательно догадался? Или... Или как? Наверняка, да, ее же невозможно было уничтожить, ту монетку, поэтому... Поэтому игрок должен был по-любому как-то догадаться до этого трюка. Ау! О, черт. Стой! Нет, не умирай. Так. Ай, обида. Ну ладно, я так достал. Ой, блин. Смерть, сдохни, гопник. Блин, трудно управляться с этим. Хорошо, здесь пока все работает неплохо. Оу.
должны его грохнуть? Блин, ребят. Так, супер урон. Что, у нас хард мод закончился? Дальность. Давай, стреляй. Блин. Что, теперь я играю рейдером против него? Это вот тогда мне промыли мозги, да, получается? Поэтому я такой странный. Смотрите, кактусы с глазами. Блин, ну я буду себя убивать, как скажете. Смерть. Нет. Я сказал смерть. Ты в порядке? Пап! Вот, он вытащил эту штуку. Рокки, я думал, я потерял тебя. Ты не потерял меня, пап! Что? Что же тогда произошло? Я точно не знаю. Этот пришелец кинул тебе на голову эту странную штуку. И тогда я уронил пришельца, а затем я притащил тебя сюда, чтобы отключить ее. В моей голове ощущение, будто бы внутренности кислотного слизня. Но я просто рад, что ты жив, Рокки. Я люблю тебя. А, разве это не мило? Тебя так легко дурачить, Раст! Не так-то много разума осталось там, не так ли? Когда будешь готов, просто жми на курок. Что? Меня что, призывает к самоубийству? Я сказал, когда будешь готов, просто жми на курок. Я сам это сказал. Блин. Эта упоротость зашкаливает. Что мы можем сделать? А, погодите. Шесть пинт. Добрый день, мы снова здесь. Я так рад, что ты добрался сюда, Раст. Теперь, когда ты узнаешь меня, мне больше не нужен этот балахонистый наряд. Теперь ты с нами, Раст. Я. Ты бы никогда не смог помочь Рокки. Лайонел определил его судьбу. Но теперь я даю тебе шанс почтить его память, оказав кое-кому помощь. Помощь? Кому? Его зовут Рэй. Не говори моего имени. Придерживайся сценария. Конечно же, я не хотел. Секундочку. Что это? У входной двери кто-то стоит? Лазарь! Да! Да, ты! Стоп! Почему мы...
Я ничего не понимаю. Кто-нибудь понял, что-нибудь объясните мне, я ничего не понимаю, ребята. Я в замешательстве, как много денег нам оставили, однако. Бармен вещал через того стрёмного чувака, я не понял, кто это. Он сказал, что Раст его знает, но я не понял, кто это. Мне нужно все это переварить. Я думаю, и вам тоже. На этом мы с вами закончим выпуск. На очереди у нас Лазарь и его история. Останется только Лазарь и вот этот чувак. И в принципе все, мы должны вроде как будем понять, что происходит. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. Не забывайте про колокольчик, ребят, чтобы не пропустить следующие видео. Вступайте в группу ВК, подписывайтесь на Инстаграм. Все ссылки будут в описании под видео. Также будет ссылка на плейлист The Hex. Ссылка на плейлист Pony Island будет в описании. И на кучу других игр будет в описании. Надеюсь, что очень скоро выйдет продолжение этого видео, этой игры, точнее, у Юджина на канале. Я попрошу его, чтобы он побыстрее это сделал. Вот, иначе, блин, в рожу ему дам. С вами был Юджин. Ой, погодите, это же я. С вами был Юджин. Люблю вас всех, обожаю, целую, обнимаю. И, конечно же, пятерный напоследок. Вы готовы, ребят? 1, 2, 3, 5.